Школы готовятся к новому учебному году. Он снова будет проходить во время пандемии коронавируса. Поэтому вакцинация работников сферы образования подходит к финалу. Так, на базе средней школы номер 18 Твери прошла массовая вакцинация педагогов. Более 100 человек получили второй компонент вакцины «Спутник Ви». Принцип выездной вакцинации такой же, как и везде. Сначала терапевт в одном кабинете осматривает учителя, а в другом уже ставит укол. Спасибо. Напомним, педагоги относятся к категории граждан, для которых вакцинация от коронавируса является обязательной. На базе школы номер 18 города Твери проходит плановая вакцинация педагогов перед началом учебного года, организованная управлением образования и городской больницей номер 1. Сейчас проходит вакцинация вторым компонентом. Первый компонент люди вакцинировались 4 августа.